понимал, что Надир Юнусов неполномочен на него отвечать, потому что он не работал на этой должности 10 лет назад. И я понимал, что никто из собравшихся спикеров на пресс-конференции тоже неполномочен на него ответить. Но я считал очень важным, чтобы этот вопрос был задан и он прозвучал. Касается вопроса того, кто дал команду вырубать деревья массово, и в частности чинары с 2009 года и по сегодняшнее время, ответа на этот вопрос у меня нет, и я с большим бы удовольствием дорого бы заплатил, чтобы узнать ответ на этот вопрос. Кто же так ненавидит деревья, кто негласно дал указание этим заниматься?